Дверь он вынес, холодильник на замок закрыл. Он от армии косит. Юмора большой ценитель. Наш любимый... Ну давайте, ну ебать копать. Давайте будем сниматься. Пускай там все молчат нахуй. Блядь. Большая разница. Добрый вечер. Добрый. От Сатиортик. От продюсеров блокбастера «Рыжий честный учитель» Сколкс. Папа Карло, а правда, что ты продал свою куртку, купить мне курточку? Правда. Александр. Ты в порядке? Буду я продолжать всех подрядывать, кто в одежде, кто нет. Иван, не знаю, как вы, а я вас считаю семьей. Ах, Александр, вот теперь понятно. Хотите сделать? Хр-хр-хр. Что? Иван, ничего подобного. Друзья, давайте на секунду забудем про улыбки и поговорим о серьезных вещах. Мы знаем, что мы оторвали вас. Конечно. А прямо сейчас у нас на нас, пожалуйста. Все тайное рано или поздно становится актом. Здравствуйте. Вы смотрите «Брачные подозрения». Мы уверены. В этом мире изменяет только Вассерман и друг. Анатолию неинтересна реальность, а Кену просто неинтересна. Сегодня к нам обратился... Женат на Светлане более 5 лет, из них 3 года. Женат на Светлане... Расскажите о своих взаимоотношениях с супругой. Жить. Алексей. Да. Алексей. Да. Это еще ничего не значит. Мы докажем ее измену. Однажды мы доказали измену за 5 лет. Ага. Ну вот, смотрите, товарищи, тетя и дядя делают нам мини. Мне кажется, она... Шлюха ебаная. Извинюсь перед ней, я вот даже купил стихи по этому поводу. Вот, сочинил цветы по этому поводу. Ты так прекрасна, как... Собирай свои манатки. Вон отсюда, нахуй! Чтоб я тебя больше не видел! Посчитано ли, сколько спасено семей вследствие вашего шоу, друзья? Безусловно. Да. Скажите, а были какие-то случаи преследовательств? Да, вы знаете, преследовательств были... Вот так и получается. Вставай, заебал ты, ёбаный шашлык. Ну, здравствуй, Филипп. Меня расстреляют. Иван, у меня к вам жизненно важный вопрос тире пцост. А вот в 93-й серии Сергей впадает в кох. А в 110-й серии он предлагает Насте кох. А в 150-й серии у них рождается кох. А в 163-й Настю шантажирует кох. Представляете? Над сценарием работали настоящие профессионалы. Они как никто другой чувствовали каналы. В сериале было очень много секса и нашего каскадера. Иногда было больно. Если он от меня уйдет... Я отрежу себе ножницами. А вот и сюрприз. Наше оружие. Спасите меня. Пиши заявление. Филипп. Заебал. Давай, салам алейкум. Иван, знаете, я собираюсь 2011 год объявить годом России. Как вам такая идея? Смешно, Александр. Стук в дверь. Заходит Денис и говорит. Oh, shit, I'm sorry. И после этого в конце мое самое любимое. Все. Хватит? Все. Илья, хватит? Да.